Вот так вот вдоль всего берега, в районе парка Царицына, мертвая рыба, клещи, окуни, плотва, подлещики. Вот окуни. Просто жесть. И вот она плывет и плывет, эта рыба. Смотрите, какие лещи, оказывается, здесь водились. Вот. Просто столько рыбы мертвой. Вот. Все это рыба. Нет, подлещик. Вот они, лещи. Вот он, парк Царицына. Вот она, дохлая рыба. Смотрите, вот вдоль всего берега я сейчас пройду, не знаю, на протяжении 10 метров, по крайней мере, вся рыба лежит. Так вот. Да, вон, везде. Везде рыба. Там крупная дальше. Везде. Плотва, уклейка, подлещик, окунь. Просто люди собирают. Просто. И куча чаек. Рыба вся. Экологи Москвы, где вы? А тут чистая вода идет. Вот где рыба смогла спрятаться, пока до нее не дошла отрава. Вот она, целый косяк. Здесь вот ручеек свежей воды проточной попадает. Здесь вот малек стоит весь, который хочет жить. А рядом те, кто не смог выжить. Сейчас пойдем дальше, посмотрим еще вдоль берега. Вот они. Те, кто выжили, там дальше те, кто не выжили. На ней опять лещи. Дальше идем, смотрим. А весь берег завален. Просто лещи, окуньки, плотвички. Там вот плавает клещ. Вода еще лещ. Вот такие вот. Примерно он на килограмм, наверное. Вот они. Куча мертвой рыбы. И все это в парке в Царицыно. Вот они. Что-то попало в воду. Чайки поедаются. Что любая зараза, которая попадает в воду, она плачевно сказывается на рыбе моментально. Тут же утки, конечно, плавают. Но, видимо, уткам все равно как. Сейчас дойдем до следующего ручья, посмотрим, как там. Вот, похоже, чайка уже съела рыбу отравленную и погибла. А рыба так и продолжается вдоль всего берега. Так что, я думаю, это экологическая катастрофа для парка Царицына. Так вот. Вот он, лещи просто лежат. Очень много рыбы. Сплошняком одни лещи. Причем они даже некоторые еще шевелятся.
не полностью погибли. А так вот, вот они эти. Вот они. Смотри, тут вообще здоровые рыбины. Просто вон лежат. Кругом. Вообще здоровенные лещи. Кругом. Я прошел буквально 100 метров. Вот тут тоже свежая вода поступала. Вот она, рыба пыталась спастись. Мелочь здесь уже стоит, отдыхает, спасается. Но все равно. Но лещи просто лежат. Ладно. Друзья, вот такая вот обстановка была сегодня. Вот так вот, 17 апреля 2021 года в парке Царицына такая вот экологическая катастрофа. Утки, чайки все тут, и рыба дохлая.